Всем здрасте. Пробило меня что-то на видосы сегодня. Еще это вот продукты для губ, блин, продукты это еда. В общем, после слова продукты я поняла, что я хочу есть. Ну и так быстренько сварганила себе тут у меня. Последний раз я, по-моему, ела примерно почти то же самое. Я не помню, что я тогда клала, но у меня тут морковка, значит, это такая нашинкованная из морозилки. Свининка такая порезанная для чего-нибудь. Так, сметанка, значит, чесночок, укропчик, солька. И лапша, это особо последняя упаковка. Ну, еще масло сливочное поверх, но масло сливочное я забыла положить, надо было пораньше, поэтому оно у меня сейчас тут, не знаю, каким образом подтаяло вообще. Ну, и еще вот у меня вот эта хренотень хикамановская и чайник у меня на плите. Шоша-то. Приступим, приятного вам аппетита, и мне тоже. Я просто подумала, что раз я дико хочу есть, то почему бы это не записать на виду, все равно я тут ем тут. Потому что, когда я начинаю есть и смотреть аниме, то я зависаю или над едой, соответственно, аниме не вижу, или над аниме, и еда стынет. Мне что-то тогда так понравилось, как эта морковка со сметанкой, свинином, свиньином этом самом, блин, наверное, жире, свинином соке получилось, и я решила повторить. Хотя слово повторить, по-моему, больше относится к продуктам, которые... Ой, блин. А как их называть по-другому-то? Короче, к тем средствам, которые не еда. Знаете, иногда так есть хочется, вот такое же сравнение, как на воздух хочется. Прям до ломки жрать хочется. Уже не есть, а именно жрать. Ну, сейчас то же самое. Теперь я еще и с чаем в этот раз. Пока у меня еда будет монтироваться, я, наверное, поперевожу вампира через дорогу, в смысле, с английского на русский. Ну что как бы надо. Все равно я что-то делаю, когда у меня монтируется что-то. Вообще, в этот раз я ее сначала что-то слегка пожарила, потом кипяточку полила. И уже где-то ближе к концу зафигачила сметану с этой, с морковкой. Что я что-то забыла, как я в прошлый раз делала, и мне лень было в интернете смотреть, как это вообще делается. Типа гуляш. Ну да, и чесночок я тоже в самом начале практически кинула. Ну что-то, слушайте, я так прониклась этой свиньей. А еще у меня вот здесь вот два бабао смешанных, как посоветовали. Тут бабао с розой и бабао с лимоном. Но, по-моему, все же их лучше по отдельности. Или тогда они мне просто, слушайте, вкусно пахнут так. Наверное, тогда они мне еще не успели нормально завариться, перед тем, как я из дома выползла. Вообще, я сегодня что-то почти не ел с утра, ничего не лезло. Сварганила на молоке льняную кашку, оказалось, у меня там лен был, немножко темные зернышки. И вот все-таки надо это было с льняным жмыхом ее смешать. Вообще у меня было толокно овсяное, но оно закончилось. Так вот, льняные зернышки с овсяным толокном на молоке, без сахара, без всего, очень вкусно, если делать кашкой.
Нет, здесь мармелад, знаете, давно хотела попробовать такой мармелад. Но стабильно душила жабом. Находит ко мне девочка заниматься на пианино. Лёля учитель музыки. Угу. И приносит стабильно к чаю что-нибудь сладенькое. Тут был зефир. Вот такой вот. Ну, тут было 6 штучек. И мармеладик. Ну, и иногда спрашивают чаще всего, что мне типа это принести. Я говорю там что-нибудь. Он написал этот, я говорю, мармеладный долик. Я люблю и то, и другое. Ну, в смысле, вот, и зефир, и мармелад. Мне, кстати, хорошо, если у вас проблемы с желчным. Либо с его отсутствием. Как-то у меня слегка по-другому по цвету в этот раз выглядит эта свинья. Так и вот, масло сливочное не успела затаять. Я еще подумала, может в микроволновке это разогреть перед тем, как есть. Хоть оно вроде еще на тот момент было теплым. Ну и сейчас теплое. Только что или я масло много положила, или все же поздно. Тут слегка еще местами сопливые бывают. Что-то Маша опять вспомнилась. Вера о том, что Люля мало ест. Все-таки неправильная Вера. Еще там, я не помню дословно вот это вот, но что-то вот смысл такой. Еще она говорила, что Люля ест все. Ну, почти все. А нет, вот как звучит. Лёля сожрёт. Всё. Нет, там ещё пол сковородки свининки. А вот с макаронами-то уже всё. То ли я хотела очень сильно есть, то ли я хотела вот именно вот это поесть. Ну что, у меня мясо ещё осталось в тарелке, а вот макароны уже нема почти. Надо было взять этот ножик. Вообще, у меня тут где-то был ножик, видимо, на другом столе.
Ладно. Остальное на потом. Сейчас я с вами попью чайку еще. Зефиринкой, наверное. И я забыла про этот соус. Специально ведь достала. Видимо, все-таки очень хотела есть. Ну, смотри, вот в таком пакетике. А еще у меня еще лежит один белевский зефирчик. Покупала подарок и решила, ну, в смысле, часть подарка. И решила один упаковок купить себе. Яблочный белевский. Без никто. Хотя, наверное, поздно сейчас есть, да, по идее. Ну, как бы, без 28 где-то было. Вечера. И чую, оно смонтируется, потому что у меня сейчас что-то другое монтируется. И выйдет совсем поздно, и кто-нибудь напишет, что я очень поздно выложила эту еду. Ну, я вот иногда ночью ем. Если не сплю. Точнее, если днем забуду поесть, и что-то у меня случится бессонница, и вот я ем. Ну, же наоборот. Усну рано, проснусь посередине ночи и понимаю, что хочу есть. Хотя я видосы про еду не смотрю, поэтому мне от этого ни холодно, ни жарко. Точнее, если я смотрю видос, и там кто-то ест, то очень крайний случай, что мне тоже хочется есть. Чаще всего мне хочется есть или спать, когда я перевожу снегопад, и там они либо спят, либо едят. У них, по-моему, 50% так вот. По манге они спят или едят. Что-то я столько стала черного чая выпивать вообще. Сегодня, по-моему, два раза уже заваривала. Грубо говоря, тут одна заварка такая полуслитая. Никогда успела столько выпить. Ну, все, наверное. Спасибо за компанию. И спасибо за просмотр. Ну и пока.